34-летняя солистка группы «Студио» Кэти Топурия до сих пор никак не комментировала слухи о своей беременности. До недавних пор она обрабатывала фотографии и скрывала округлившийся живот. Однако на днях стало известно, что Кэти ждет ребенка. По словам инсайдеров, которые работают с певицей, она примерно на 5-м месяце беременности. В последнее время артистка выбирает одежду, которая скрывает ее фигуру и интригует поклонников фотографиями в просторных нарядах, провоцируя разговоры о своей беременности. Новый снимок певицы в белом свободном платье и широкой косухе мятного цвета эти догадки лишь подтвердили. И хотя певица до сих пор не делала никаких официальных заявлений, ее коллега Наталья Подольская, которая сама в скором времени станет мамой, дала понять всем, что Топурия носит просторную одежду неспроста. «Держишься», — написала она комментарий под фото, который убедил всех в предположениях. Кстати, для Кэти, как и для ее избранника Льва Деньгова, этот ребенок станет вторым. Дочь Оливию она родила от первого супруга Льва Гейхмана. «Я люблю твой звонкий смех, мама. Ты на свете лучше всех, мама». Напомню, Топурия долгое время никак не комментировала свою личную жизнь. Впервые она рассказала о том, с кем она встречается, Лауре Джугелия, на YouTube-канале People Talk в первом выпуске шоу «Люди говорят» осенью прошлого года. Топурия познакомилась со Львом Деньговым во время празднования его дня рождения в Минске, где она выступала с группой «Студио». У него был день рождения, пригласил нас случайным образом, потому что они были знакомы с Байгали, вот, и он решил, что давайте позовем о студию. Мы в гримерке, здравствуйте, до свидания, вот так познакомились, там два слова кинули друг другу, а потом уже через какое-то время мы вышли уже на связь. В августе этого года влюбленных заметили на отдыхе в Сент-Тропе.